четверг днем в бараке напротив торгового центра «Сингапур» загорелась квартира, в которой находились трое малолетних детей. Взрослых дома не было. Хозяйку позвали соседи, которые стали свидетелями пожара. Я кричать маму побежала ее. Кричать прям, говорю, Света, горим. Она побежала, грудичка вынесла. Детей вынесла, получается, из дома. С самым младшим ребенком, закутав его в простыни, женщина смогла выйти на улицу. Старшие прыгали в окно и благополучно избежали травм. Заплаканная погорелица поделилась с соседками, что оставила детей совсем ненадолго. Ей срочно понадобилось сходить в магазин неподалеку. Один из сыновей в это время добрался до опасной игрушки. Факт то, что я вышла на улицу, она сказала, я оставила детей, говорит, на 5 минут 10. Прихожу, они уже горят, говорит. Он спичками, мы давай поджигать. Но он же маленький, в конце концов, как можно оставлять детей-то? Помощь медиков понадобилась самому юному пироману. 5-летний мальчик травмировал спину, однако госпитализировать его не стали. В квартире многодетной матери полностью выгорела одна комната. Остальные худо-бедно пригодны для проживания. Надо сказать, что жильцы барака оказались на редкость дружными. Еще до приезда пожарных расчетов люди сами организовали эвакуацию и спасение ценностей. Противопожарное ополчение смогло даже вынести из опасной зоны баллоны с пропаном. Их в каждой из 6 квартир было по 2, а то и по 3 штуки. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.